Да, просто. Нанесение камешковой декоративной штукатурки на фасаде дома. Дом из газобетона. Утепление фасадным пенополистиролом. ППС 16F. Толщина 120 мм. Все декоративные элементы обрамления выполнены из пенополистирола. Также по системе мокрого фасада. Приклеены, обработаны базовым армирующим слоем из клея со стеклотканевой сеткой. Сейчас ребят наносят камешковую декоративку Церезит С-160. Зерно 15 мм, 1,5 мм, 1,5 мм. Все, комары меня доконали. Начал оговариваться. Металлической теркой либо шпателем материал наносится, пластиковой теркой затирается. Вот человек начал новую захватку, а здесь продолжается затирка окончательная уже нанесенной декоративки. Второй номер затирающий ее подправляет аккуратненько. С утра пораньше ребята будут наносить большие плоскости. Сейчас маленькие. Основная задача — обозначить захватку, потом заполнить середину. Собственно, что рабочий сейчас наверху и делает. И он наносит материал чуть более толстым слоем, чтобы все заполнить. Потом он снимет лишний материал, и второй номер приступит к затирке. Уж извините за затянутое видео, но снимаю все как есть. Это не постановки. Ребята внизу пока. Крышечку переверни, покажи цвет. Крышку переверни, там маркировка цвета. Во, сейчас, подожди. ПХАЗ-2. Потому что все спрашивают, как выглядит ПХАЗ-2. Вот он, собственно, в работе. Когда он высохнет, цвет меняется. ПХАЗ очень интересный цвет. Под разными углами света он выглядит по-разному. То розоватый, то желтоватый, то какао с молоком. Очень интересный цвет, очень популярный. Перед нанесением рабочий перемешал полностью ведро. Вот так вот.
и подает наверх. Вот второй номер включился в работу. Он производит затирку. Пластиковая терка против часовой стрелки. Как видите, наверху остался один с пластиковой теркой, внизу двое, один с металлическим шпателем, второй с металлической теркой. Они наносят декоративку. Самое главное, вы должны понимать, что нельзя делать никаких остановов. Любой останов, ступенька, это либо пятно, либо даже наплыв декоративной штукатурки. Трое работает. Внизу помощник чистит инструмент. Миксер, терки, мешает декоративку ведерко дополнительно всегда. Запасной, вдруг что-то случится, не дай бог, ведро упадет, еще что-то. Чтоб не было никаких форс-мажорных ситуаций. Видите, человек делает края захватки, формирует
и заполнение дальше середины. Это получается быстрее и эффективнее. Здесь то же самое парень делает с металлической теркой. Вечер, не жарко, поэтому ребята никуда не спешат. Работают в удовольствие. Работает два номера. Один на ночь, второй стиральный. Ты тут угол за три. Ты тот угол за три, в котором он наносил. Не докричаться.
Ты с той стороны затри, чтоб не подсохло. Вот, собственно, как получается фактура, как наносится декоративка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, смотрите, может быть, поделитесь своими какими-то методами, своими наработками, будет интересно выслушать. Комментарии, критику. Счастливо, до свидания.